и милишники. То есть готовимся также выбегать. С воинов он ворует вихрь. Вихрь он кастует. На протяжении вихря этого он постоянно дамажит. То есть, ребят, вихрь но увидели, сразу же отбежали. Он без разницы. Тут только за ДЦ. Если шипешник, то он ворует ман-контроль. Если не шипе, то... Да, это я знаю. Далее, как его? Не забываем про свой реконтроль. Ребят, про это не забываем. Ну, по тактике здесь все. Соответственно, Лис, загреваешь, ставишь вот здесь босс. Далее, лесом от рейда. Нет, не надо. Вот так вот, как поставила, как ты сейчас на него смотришь, так и стоишь. Соответственно, появилась лужа где-то в милизоне, перевела вот сюда, служа. Если лужа там закончилась, да, тут и не разлилась новая, то переводишь обратно. Если он сразу же второй каст опять лужу кидает, значит уводишь его на эту сторону. То есть должна по обстановке смотреть. То есть у тебя расстояние это 4 столба. СС на Зойла. Фулбаф отдали. Этого босса бьем под сапротами, не забываем. Если кому-то нужен сапрот, говорите. Так, рыбу поставил, джис стоит. Починить. Сейчас джилса сделать, что ли? Надо инжо качать. Чек на готовность. Я правильно услышал? Я никого же не контролю, да? Нет. Ты никого не контролишь. Орхидея, твои трусы. Моя луна, The Doom. Попробуешь фернуть, не феряется, скажешь в дис. Значит, будет жаба по ней на КД. По КД. Все готовы, отчет на пол. Контроль дали? Не ферряется, дал кул ей. Жабу повесь. Забери. Отлично. Геру дали. Забейте на ромбик и на турга. Ну вот жаба будет, отлично будет. Прохил рейда. Так, с орхидеи, с друида, отлично. Стоим, бьем. Шипы, шипы. Ну особо или сильно нет, не врываемся, я же сказал. Есть урон, это такой. Не забываем про реконтроль. Контролим. Прохил рейда. Так, у орхидеи отлично, шипы. Милишники, следим за своим хп. Вот жизнецвет можно диспелить с него. С него, точнее. Как будет, говори. Угу. Прохил рейда. Так, с лачдана готовимся под тотему. Реконтролить не забываем. Тотем! Тотем! Отлично. Алиса, дай прожимку. Так, у орхидеи отлично. Нам пока везет. А когда не повезет? Это
Когда до паладин. Ну никогда до карты. Готовимся, реконтролим. Да, у мастера. Шипы висят. Так, у орхидея. Милишники. Прохил рейда. Аккуратненько, милишники, довожу. Там еще 16 секунд висят. Трусы. Кто дракона трусы профигарил? Вот теперь плохо. Теперь болезни. Саня, отойди подальше. Да я убежать от него не могу. Орхидея, твой косяк. Твой, Моса? Так, а болезни, он подбежал. Понимаешь, нет? Почему мой моб стоит на месте, а не ваш стоял, отбегает? До него болезни не доставали. Сейчас я попробую покаяние в тетку дать. Моса, вставай. А тут возможно мором. У тебя символ стоит, Алиса, на мор, дальность? Да, но мой мор достал только, когда моб пришел, так что... Он доставал до тетки, Моса, я видел про контролю. Когда он этот, спячка прошла, он побежал моб. Вы дали спячку на него, он уже добежал вот сюда. Смотри, вот здесь. И только вот здесь доставила до него мор. Болезнь. Не знаю, как у вас 20 секунд было. Не, там бывает, бывает. Вот тогда элементаля тоже как-то, то ли диспелят они. Раньше времени не выходит. Сознание того же самого. А что тут всегда бьют босса, только мобов этих да не сливают, да? Нет. Ходит слишком долго. Так у них под валямом всего лишь. Жесткий дымаг по ним идет. Потом. Ну ты представь, каждые 10% он увеличивает дымаг. Босса, да? Да, да, да. Каждый раз, когда он начинает его ешить, он перед этим увеличивает себе дымаг. И у нас уменьшается дымаг по нему. Дебаф, видишь? Я же линковал. Вот, смотри. Вот этот каст, похищение мощи, он с каждого ворует по 1%. Соответственно, 10 человек в рейде, 10% у рейда воруют, 10% уменьшает у нас дымаг, 10% увеличивает у себя. Чек на готовность. Мидвей, у тебя вообще меткости нету, смотрю, все сокетами. Да. Все готовы? Отчет на пол. Отлично. Отлично. Отведи к этой колонии, пожалуйста. Угу, все нормально. Геру. Нормально, ромбик я контролю. Так, у Зойла готовимся к фиру. Тотем трепета. Зойл, антифир на себя. Луна. Я вижу. Предлагаю дальше оттащить. Рон. Чё дальше тащить? Надо его протащить. Тотемы готовимся.
Чуть-чуть дальше проведи, ко второй тотем. Тотем! Отлично. Счетчика. Тотем. Убил. Алис, дай прожимку. Так, вот как, готовимся с лужи выбегать. ДК лужи не кастуем. Служи, служи быстро! Бьем. Служи. Прожимку. Вебинар. Готовимся. Моса БР не Зойла, бегу вам. Орхидея БР мастерала. Быстрее. Служи. Служи. Так, бафы, фулл баф дайте. Залей моса Зойлу, ману. Рахил рейда. Орхидея, отлично у друида. Фулл дымаг босса даем. Шипом. Прохил рейда. Алиса, есть прожимка? Давай. Прохил, 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 прохил. Отлично. ДК. Больше ДПСа дали? Саня, если гир... А, все понятно. Я не понял, что это было, но... Это просто... У кого своровало? Служи. Это ЛПХа была. Ну, ДКшником. Воровал. Служи, вышли. Служи. Отлично. Прохил. Как боженьки хиляйте, пожалуйста. 58% урона, да? Угу. 9%. Антифир на себя, Зойл. Тотем трепета. По-любому купил. Не знаю. О, хиляется. Прохил рейда. 450, да, нормально. Посох РПБшный. Так. Посох. Мейнспек, плечо. Надо кому-то? Полспек. Третий спек. Бисовая нелема, да? Нет. Ну, не бисовая, ЦЛК-25, я бычки лил. Ну, не знаю даже. Смотря какой кусок. Блин, трение не упало. Посох. Мейнспек. Отлично. Нет, говно посох не буду брать. Моси надо, да? Ну, да, как-то оно. Дайте резвию.
Пошли. Дальше идем. Что, тебе Тёма колба не падает, что ли? Ну, когда я ходил, не падал. Я в двух целках не был. В одном. На этом неделю. На другую неделю за меня ходили. О, последний босс, ничего себе. Да. Давай, Алис, Агри, левый трэш. Да, это пью чуть-чуть. Ну пей, это трэш. Ну не весь надо было. Бомжей. А только отойди оттуда. Бомжей. Ауешь. Так, дальше по тактике. У босса 5 фаз. Соответственно, каждая фаза это 20% хп. На первой фазе эту меточку... Так, логнуться сейчас. Логнусь быстренько. Чтобы вам 3 до метки расставить. Не надо расставлять лишние метки. Я расставлю. Тут саппорты обязательно изложили, да? Саппорты обязательно на пятой фазе. Если, если вы уверены, что вы прожмете, то можете бить без саппортов до пятой фазы. Остальное, если кто не уверен, пьем саппорт. Ну, соответственно, перед полом не сейчас. Далее. Алиса, для тебя. Ставишь его вот сюда. То есть босса спустила, развернула. Пока он не спустился с лестницы, его никто не бьет. Потому что может забагаться. Ой, что это за фигня? Как? Забагалось. Как он загрелся, блядь. Ладно, ложимся. Может, это обнова была хрень. Да, скорее всего. Ну, суть не в этом. Далее объясняю. Босс будет, во-первых, вот делать вихрь, как вы видите сейчас. От вихря надо... Соберитесь меня, он меня 3 часа еще бить будет. Спиной повернись. Пушку сними. Не, спиной пусть повернется и все. Как его? От вихря надо отбегать. Соответственно, это для милишников. РДД хилы раньше сразу набираете. Орхидея, щит 7 масрез. Далее. Будет также для хилов кидаться. Да, и для всех. Кидать будет рандомно. Да, хорошо. Дротик. Рандомного метательный бросок. Или как-то сейчас я покажу. Увечащий бросок будет кидаться. Соответственно, ребят, хилы должны прохилить. Если вы не отбежите от вихря, и у вас кинется увечащий бросок, это шок. Сбегать надо. Далее. Это первая фаза. Соответственно, до 80 доводим. Каждая переходная фаза, то есть довели до следующей фазы, у него агро сбросилось. То есть аккуратно. Далее. Соответственно, вторая фаза это медведь. Медведя ты уводишь вот сюда. Встаешь в угол, Алис. Чисто в уголок. Ты, когда на вторую фазу перевели босса, все, поняла. Выводишь его в квадрат. Вот сюда. И стоишь тут. Соответственно, остальные... Это там, где ветры или... Чего? Это там, где вихри или нет? Нет.
Это медведь, вторая фаза. А. Вихрь, это третья. Соответственно, все под жопу становятся. На 61%. Ребята, крест я убираю. Туда должна будешь на первый только поставить. Соответственно, хилы. То есть РДДшники отбегают на крест. Соответственно, доводим на 61%, доводим босса до 60%. Все остальные убегают в луну. Вот сюда, в квадратик. Все убегают и встают здесь. Далее, Войтом или Мастерал, ШВ прожмете. Чуть выйдете вперед и прожмете ШВ. Аккуратно, только если вихри пойдут на вас. Далее, ну они сюда должны пойти. Когда 60, до 60 доведете, РДДшники, Зойл, вот здесь останешься тоже с ними, чтобы, если что, продиспелить Алис. Соответственно, убегаете все также в луну. Все 9 человек, кроме танка, должны будут на третьей фазе стоять только в луне. На второй фазе медведь только вешает дебаф, который может вас кинуть на вас паралич на 3 секунды. Это must dispel it, please. На второй фазе там по тактике все. Соответственно, на третьей, как я и сказал, все милишники сразу с лачдан убегаешь вот сюда, трусы, не забывай тотемы, все снимаете. А я где должна быть? Ты от квадрата, смотри, вихри пойдут от квадрата, ты от квадрата начинаешь бежать за вихрями. Вот так вот пробегаешь. И побежала по оси. После того, как вихри должны, как его, от нас отстанут, они должны все 4 вихря пойти на тебя. И ты бегаешь просто по кругу. Далее, как его, все остальные просто забегут сразу в центр, когда по моей команде. И начинаем бить босса. Да, хорошо. Далее, соответственно, так бегаешь от вихрей, пока не доведем мы до 4-й фазы. Соответственно, ребята, магические косты, когда вы юзаете на третьей фазе, по вам идет дамаг. 5-6к дамага за один каст. То есть РДД смотрим особо не... как его? Не продамажим. И да, Алиса, будешь подбегать вот сюда, когда будет вихри доходить до нас, дай свою прожимку. Чтобы нас не шотнуло. СС на этого. Давай на Зойла. Дальше. Когда переводим на 4-ю фазу, соответственно, его забираешь, босса, это рысь. Ребята, оба ДК, то есть Винар, Алиса и Тафик. И у вас должны будут откдешиться бомжи. Даете оба бомжей. Саня, тотемы не забывай обновлять. На 4-й фазе босс будет прыгать по людям и... Короче, типа калечащего удара оставлять. Нас периодически урон будет дамажить. То есть из-за бомжей, из-за... то есть он вешает, также прыгает и на бомжей, и на тотемы, и на пэтов, и тому подобное. Чтобы по нам меньше дамага шло. Далее, и да, на 4-й фазе также сбегаемся все под жопу босса. Чтобы вас было удобнее прохилить. Далее, 5-я фаза и самая сложная. 5-я фаза. Алиса, будешь вести его по часовой стрелке. То есть сначала ты его уводишь вот сюда, босс. На 5-й фазе. Как его? Сущность Драгондора. Он перед лицом милишники не стоим, так же как и РДДши. РДД хилы сразу набираете рейндж между друг другом. Соответственно, перед, когда будет босс переводиться по часовой, да, будет ДК переводить. Соответственно, перед лицом босса никто не должен стоять. Фрейм босса у на 5-й фазе у него очень маленький. То есть там надо все будет оперативно делать. Далее. Перед лицом не стоим, потому что будет кастовать огненное дыхание. Далее. Пламенный вихрь. Это АОЕ каст, соответственно, это прохиливается, но навешивается стак. На 5-й фазе мы будем давать Геру, соответственно, стак на увеличение урона от огня. Чтобы нас потом не пошотали столбы. Далее. Самое запарное, это
столб огня. Столб огня вешается на рандомного человека в рейде. Соответственно, ник я буду произносить. Будет, может даже повеситься на танка, может на хила. Он меняет таргет на секунду. На секунду меняет таргет, на кого повесит столб огня. То есть, ребят, кто может, следим. Далее, быстренько выбегаем. Такая, такой точечный маленький столб будет огня сверху. Это как лужа наличия, да? Нет. Столб огня длится длительное время. Соответственно, от него надо выбежать в рейндж 4-5 метров, чтобы он не дамажил. Соответственно, если кидается в мили зону, то есть, Зоил, иди сюда. Допустим, это босс, да, Зоил это босс, на маунте стой. Соответственно, кинулась в мили зону, милишники, вы сначала отбежали, посмотрели. Когда босса перевели... Соответственно, вы подходите и бьете босса. Не надо идти, вот просто за босса начинают переводить и идти за боссом. Потому что вас шотнет луч. Нет, столб огня. Далее, так же, как и на танка. Соответственно, на танка кидается, Алиса его переводит. Вы не идете за боссом. Вы отходите, она отвела, вы начинаете бить босса. Надеюсь, тоже понятно. То есть, Алиса, когда будет на милишнике, то есть, сейчас посмотри ники, Мосса, Мастерал, Войд, Тафик, Мидвей, ты, соответственно, ты должна будешь переводить босса на пятой фазе. Тём, у тебя есть же ДБМ, да, сейчас? Да. Слушай, если я буду тупить, можешь мне, пожалуйста, крикнуть, чтобы я отвела? Ну, хорошо. Ну, ты должна будешь все сама сделать. Рыбу кушаем. У кого нету сопротов, даем обмен звезде. У меня 9, не хватит. Сколько? 9. Не хватит. Как минимум, у тебя 10 на трай. Ладно, во время трая выпью. Че, кому сопроты нужны? Еще нужны сопроты, даем обмен звезде. Быстрее только. У остальных, я так подозреваю, есть. Фулл баф даем. Сейчас я рыбу пожу. Чек на готовность. Все готовы, отчет на пул. Своди сразу, быстрее. Угу, поворачивай. Еще чем забыл, на пятой фазе милики стойте не в одной куче, а как-то полукругом сзади. Тафик, прохил. Я буду говорить Нике, кого прохиливать. На, сами увидите. Да, не надо. И не отходим спиной, а отбегаем. Два процента. Вторая фаза.
Агри. Отлично. Не бейте, блядь! Не ори. Агри должна на ходу. Под жопу босса ставим. Я его затаунчил, но, блядь, у меня не миллиард таунтов. ЛП. У тебя есть ЛП. Я паладином веду, и они сразу этот бьют. Я паладин, у которого нету агро. А ты ДК, у которого есть агро. Не умеешь учись. Здесь каждая секунда на вес золота, чтобы убить этого злоджина. Узвел, регинь ману. Все ок, не ссы. Отбежали милишники. РДДшники отбежали с хилами. Давай бегом. РДД доводят. Не забывай, Зоил, ты должен будешь предиспелить. Бежали. Бой. Под... Так. Ага, плохо получилось. Ага, ясно. Алиса? Да. Тут? Что я тебе говорил делать на третьей фазе? Извини. Ну, да, что ты стоишь даже до сих пор? Кастуй магические удары в босс, умирай. Я расстрелюсь. Чтобы показать, да, тебе как-то танчить. Спекайся в ДД. Я зайду... просто ни разу не водила вихри, и поэтому я, блядь, хз. Так, задум, останешься еще? Давай минут 20. Два трая как раз будет. Ну, пожалуйста, давай. Тебя просят. Все нормально. Давайте. Я уже был готов прижимать Шевена. Думал, он сейчас и свернет. Да все, нормально. Он останется на дне. Это нас что, убили? Да, вихрь, да, что ли? Да, да, он в нас зашел. Четыре вихря прилетело. А они откуда летят? От босса или откуда? Да. Босс на третьей фазе тпшится в центр. И где был босс, соответственно, там оттуда идет четыре вихря. Он останавливается на людях, да? Что, по телу никак не резнуть? Я резну. Пришел. Рез. Не, не пришел. Вот резаешь тебя по телу. Нет. Сейчас придет. Соответственно, вихрь ударяется об человека, его откидывает и идет за новым. Для чего мы идем в угол? Соответственно, чтобы от нас, то есть как его, отбился вихрь. Соответственно, танк уже бежит на по траектории. Дает прожимку. Нету реса. Сейчас я ресну. Погоди. Даже анимации реса нет. Ну, ну вот зачем ты вышел-то? Я преснул, они просто не умеют. Я пойду заберу его. Такси. Да не бегай, там этот. А, хотя, ну да, вот тут вот, встань перед домом. Что там, порталы есть? Так, рыбу поставил. А все бегут в эту луну или только медики? Все. Через все. И когда... Я, кстати, просто доложу портовому смотри, как его? Сейчас, если бы Алиса пробежала, да, по траектории, соответственно, дала прожимку. Плюс кто, из вас кто-то вышел бы, дал бы ШВ. Просто, ну,
поймал вихри, да, они от вас ударились, ну, от тебя или от мастерала, соответственно, пошли бы они за танком. Четыре вихря идет сюда. Когда они ударяются, они идут на свободную цель туда. Они могут несколько раз ударить. Я понял, это, короче, как мяч. Просто, если что, вас можно было одного человека бернуть. Но четыре вихря должно уйти на танк. Uh-huh. И потом вы спокойно просто... я пробегаю еще раз, да, вы стоите. И потом, когда я убегаю уже вот сюда, к примеру, да, смотри. Вот сюда уже пробегаю, вихри прошли, да, вот здесь. Вы просто смещаетесь все в центр сразу, и все. И бьете босса в центре. А я вожу по кругу. Посмотрите. Ну, давай добежим. Я без проблем шаманом побегаю, но у нас второй хил Зойл. Если бы у нас был Дру, то прохиливали бы. По этой схеме да, это да, работает. Да. Я умею водить их точно так же. Но тогда Маша прохиливала без проблем на третью фазу. Сейчас Зойл не затащит. Нет, затащит он все нормально. Сань, не, давай не городи. Тут любым хилом можно затащить на эту третью фазу. Чек на готовность. Бежит танк. Я вам покажу, как повожу. Надо. Нормально я повожу. Ты прохиливать будешь. Все готовы? Отлично. Чет на пол. Я пока не могу использовать. Отбегать не забываем. А я тут понял. Почему он поет? Ребят, сопроты не забыли? Да, нормально. Идем. Thank you.
62. На 61. Отбежали. Я выпрыгну из отряда. Да, я тоже могу. ДД, доводим. Вам никуда не спрятаться. Бежали. Блять. За... Кто там не добежал? Или Зоида выкинула? Вроде как-то отсандалили, ну, в одну сторону. Так, чё там? Один вихрь, да, у вас остался? Ушел от нас. Давай, да. Бойд, бан... долбанись по нему. Я долбанул. Отбегай, отбегай! За мной вроде. Уходи, нет, уходи с нами. Один. Блять. Ушли. Меня. А как тебя выкинуло-то? Да сдохли. Уже времени потеряли много. Сдохли. Надо было... А. Чуть-чуть надо выйти. В следующий раз чуть-чуть вышли. Надо далеко уходить. Что, вставать бежали? Чё? Ну, на ком масс вес так? Веснут? Так, нормально. Чё, там портал открылся какой-то, да? Нет. Да, портал Мамонт. И вот когда эти вихри летают, они какое-то время летают определенное или как? Нет. Они цепляются за танк, и просто вся фаза, танк водит. Или тот, или на тот, ну, кто бегает быстро, соответственно. Можно это делать, если Мишка танчит, то Мишка в кота и побежал. Задача какая? Сделать, чтобы 4 вихря на одном человеке были или как? Да. Желательно, чтобы это был танк. Сергей. Я тебя на такого же могу посадить. Спасибо, не надо. У меня свой есть. Рыбу поставил. И ты их просто по кругу водишь, да? Блин, да, у меня поэт забагался. Я релок. Минус райтрик, минус ДПС, короче, у меня. Что-то я плохо стартанул. А бьют его кто? Вот начинает танк бегать, его РДД и милики подходят и бьют, да? РДД, пока танк не словил вихря, РДД вообще не бьют. Понимаешь? Когда танк словит, милишники с РДДшниками, с хилами становятся в центр. Танк просто бегает по кругу. Ну все, а вы начинаете бить. РДДшники тут бьют не особо, то есть... Каждый каст, ну сам понимаешь, 6к дамага. Хорошо, я понял. Вихри вот сейчас летели все 4 сразу с босса? Да, да. Все 4 вот, у вас летят. Вот я их отфутболил, они в кого полетели? В того, кто напротив должен стоять, да? Да. Ну ты смотри, как выходишь отсюда, все стоят, все поджались в угол. К примеру, ты даешь ШВ чуть-чуть, вот так вот, вышел. Не надо вот туда идти до них и отфутболивать их. И потом назад встать и стоять, да? Да, 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 да. То есть, раз тебя продемажило, тебя сразу сюда откинет и стоит. Ну что, назад и откинет, я знаю. Ну и все, по сути, то есть ты должен был сразу, чтобы они на тебя бежали, и ты должен бегать.
А я поймал этот... Меня цендалились, потому что я тоже выбежал за Вайдом, блядь. Ну, и он задалеко выбежал. Сейчас я... Вы это... Да, далеко выбежал, видишь, тебя отфутболило сюда. Потом от мастерала отфутболило тебя опять вихрем. Все, я понял. И они в разнобой пошли. Так, ладно, чек на готовность. Зоил, готов? Все готовы, отчет на пол. Так, с меня главное предиспеливает, потому что иначе да, у меня огня нету. Ну, домчик раскол сделай. Один процент. Отбежали. 52. Только не выпрыгивай. Окей, ты выйдешь. Бежали, побежали, побежали, побежали. Хорошо, он вроде. На Пэта полетел. Че, все четыре? Отлично. Сейчас пробегаю и на босса. Так, на босс. К боссу перебегаем, бегом. Бьем босс.
Быстрее. 5.20 до берсы. Ну вот примерно вот так вот должно быть. Быстрее еще 10% фазы 4.20 сильнее. Нормально, там под Герой буквально на секунду 40. Давайте быстрее. А жопу босса ДК бомжей. Прожимку дал, прохил рейда. Прохил рейда. Тотем обновляй. Ну, жесткий прохил. Жесткий. Хил рейда до прожимки 45 секунд. Если Пэта убило, Пэта призови. Да не, он жив. Прохил. Геру дали. Готовимся. Следим за Гро. Сапроты не забудьте. Если да, что. Сапроты пропили. Так, на войде. Отошли милишники. Бьем. Мне не бить пока. Бьем. Это столб, видишь? Аккуратно около столба. Вот, на столб не попадайте, главное. Их будет примерно 5 штук в одно время. Так, нормально еще. Следим в столб, может быть, и на танке. Не забываем об этом.
Быстрее. Больше ДПС. На Зоэле. Больше ДПС. Дали, мастерал. Гарса. Не, ну уже можно убить. Ну, как я и говорил. Примерно вот так вот должно быть, Алис. Слушайте, ну вот сейчас вот на последней фазе, мне кажется, ее понерфили. Столбов раньше было гораздо больше. Да, столбов да, было, было больше. Зедум, не ливай спать, я ЕП потом начислю. За тот же период обычно бывает столбов 5. Да, Джорджи сказал, что... Ну, ну вот да, мы доводили, у нас было на время 6 столбов. Кого? 6-5. Да? Турбойз. Турбойз, да, Магнус. Или шейпера бери. Еще один милик для третьей фазы. Кукулин. Да из-за того, что пока до этого долго переводили, блин. Птицу. Нет. Ну, примерно да. Так, один со мной останьтесь. Остальные на перекур 5 минут у вас есть. Перекурили. Да, мы тут у шкафа мы присамоним. Каким шкафом? Задумал. Ну, у столба.